Последнее время очень много в отделении реанимации нам привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме. Пациентов, повторяю, очень много. И с каждым днем становится все больше и больше. Особенно молодых пациентов в возрасте в районе 40 лет, которых привозят уже в тяжелом состоянии. Избежать можно только одной этой ситуации, только одним способом. Либо вы находитесь в режиме самоизоляции, а в случае появления каких-либо симптомов незамедлительно обращайтесь к врачу. Прекратите лишние контакты, тогда возможно будет избежать и тяжелого состояния такого, и попадания в реанимацию. И тем самым вы сохраните и себе жизнь, и жизнь своим близким.